Сколько стоит собрать ребенка в школу? Этот вопрос в преддверии нового учебного года волнует всех родителей. По результатам социологического опроса в центральной части России на сборы одного школьника уходит в среднем от 10 до 20 тысяч рублей. Согласно этому же опросу, дороже обходятся сборы первоклассников. В Ненецком округе подготовить первоклашек к предстоящей учебе помогают региональные власти. Ежегодно на школьной линейке 1 сентября новичкам школьной жизни вручаются портфели со всеми необходимыми для учебы принадлежностями. В этом году закуплено 620 наборов. Стоимость одного портфеля около 2500 рублей. Все они уже доставлены в муниципальное образование. 270 в Заполярный район, 350 в город. Это большая помощь родителей, мы так считаем. Но здесь есть все. Здесь это школьный ранец, значит, соответствует он всем санитарным нормам. Значит, он со светоотражателями для безопасности дорожного движения, из хорошо моющихся тканей. Вот. Там есть, ну, буквально все, и альбомы, и краски, и фломастеры, карандаши, все, кроме, и дневники, все, кроме учебников. Учебники детям выдаются бесплатно 1 сентября из библиотеки школы, образовательного учреждения. Флеш-карта сейчас в этом году каждому ребенку, то есть мы идем в ногу со временем.